Но на «Мираже» у них проблемы и с тем, и с тем. На протяжении двух сыгранных против Зулу и коллектива под названием «Хероик». Оу. Отмахивался, залетает. Даблкил. Это приятно. Прям 2 на 2 ситуация. При этом Ел здесь все еще бегает. Ой, Молик неприятный. Ел в итоге не поставит эту бомбу. Не хотел наставить ее на дефолте. Хотел немножко поближе. В итоге в угол по 90 не ставит ее, потому что мать скрывает ему лицо. И МСЛ, наверное, делает квадрушечку сейчас. Вот она, квадрушечка для МСЛ. Приемка не срабатывает, и вот такие вот выпрыги с апарта, какой-то нон в исполнении Go. Такого я от них давно не видел, честно говоря, и Ирмен Сарянова закрывает уже четверых. То есть вот как бы... Нормально. Нужен он нам здесь. Посадка на девятку не реализована. Падает еще и буст от Микс. Слово Кирпай забирает пещера. Минус откибает. Также еще и Патуа. Остается 3-3 ситуация. Минус от Фурла. Минус от Минус от Эйзи. Минус от Минус от Минус 2-2. Куда вы так лезете? Подожди. Слышь, открывается сейсы из-за точности выходящих с верами в упоре. Убежимаем 24 команда, выйдем за армию, пешка! 8-2! Выход на Бапленд. Здесь выход от Luminosity очень-очень легкий. Опять же, да, мы говорили... Точнее, что значит мы? Я говорил еще в предыдущей карте о том, что Luminosity берут абсолютное большинство пистолеток. И сейчас, если они не убивают Ника, который на самом деле может вытащить этот раунд на своих ногах, так, одного. И вот Хенни один на один, и еще его... Я просто умираю от Ника, его пистолет. Великолепная работа, 4 килла. Нео, о, да видели тебя, дорогой друг, это был Бадди. Так, слушай, так это же минус 2 от Бадди на Б-планете, и Б-планет открыт, еще бы Кеннису попасть по окну и вообще-то раунд забрать. И Бадди уже трипл килл в этом раунде, видимо, парень собирается и делает кватро, это победа команды G2. Дело даже не в кризисах доверия, по сути, а главное, чтобы получилось. Потому что пока реально не получается, а почему? Теперь это становится интересно. Прилетают ребята на аплен, через апарты, а, ничего не получается. И на его приговаривают вообще Ace. Всех, это эйс. Все именно так, все именно так. Очень сильно. Не рад. Так. Потому что я вспомнил об этой штуке. Потому что если ты мне сейчас на стриме начнешь рассказывать про Тинки-Винки... Ой-ой-ой, что? Да, Снэчи тут тоже решил... Так, хорошо, сколько нужно дать? 4. Бьяли забирает Кинеса, ситуация 2 в 3, нужно проходить через лонг, спина уже душится номером 9, это товарищ Existence, также Бьяли вместе с Мичу пытается здесь зайти на точку, Бьяли ловит такса, минус от Бьяли еще и по Existence, куда вы так душите? Нормально, как нормально. Как же это жестко. Слушай, хорошо, собрались, квадрокилл от Бьяли. Сложно его каким-либо образом здесь оценивать, потому что парень не играл определенное количество времени. Минус Гроби. Фу, смог под себя. Отошел поглубже. Я счет в этой игре не понимаю. Пау! Почему Снэшом проход? Сейчас будет второй. Почему? Почему ты? Почему ты выходишь с ножом в прыжке? То АО может выиграть этот раунд, соревную. Сейчас, мне кажется, он заряжен. Фурлан пошел умирать. Ви-в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 и-
Мама! Ну, подготовка граната, плента. Не, ну, все равно это ретейка можно сыграть спокойно. О, Эйзи! Что? Что? Это такое? И будет продолжать работать здесь, микнул на коннекторе. Все, похоронил столяр. Что? Это так и что? Что? Это Эйзи. Что? Что это такое?